Я рад приветствовать вас на канале, дорогие друзья. Продолжаем прохождение. У нас на самом деле сейчас пока дилемма, ну, по крайней мере, у меня. Либо же проклятие Алдуина, либо же в поисках истины. То есть, в одном случае мы продолжаем сюжетку и идем на Алдуина. В другом варианте мы идем по ветке дополнительной тоже сюжетки против вампиров. То есть найти лук Ауриэля. И я больше склоняюсь к данной миссии. Выполним сперва ее, а затем займемся Алдуином. Там и денежек подкопим, и всякого такого там дела всякие поделаем. То есть, ну, и будем делать по красоте. Поэтому как-то так. Еще хотелось бы заметить одну такую вещь. Я понимаю, что сейчас вот, допустим, человек написал, что, допустим, хорошо было бы сделать так или так. Ребят, я к этому ко всему прислушаюсь. Я понимаю, ну, типа, отвечаю. И проблема тут не в том, что я хер кладу, а проблема в том, что, допустим, у меня есть определенное количество времени, которым я могу заниматься, допустим, созданием видео, да, ну, типа записи, редактирования и, соответственно, загрузки. После того, как я его отредактирую и загружу, я уже ничего с ним не смогу сделать. То есть это, ну, я просто, у меня памяти не так много на компе, я просто удаляю старую серию и записываю новую. Поэтому изменения, которые вы предлагаете, если оно адекватным и кажется мне довольно привлекательным, по-любому будут вводиться. Просто, ну, с задержкой. Так как YouTube не является все-таки моей, да, целевым таким проектом, да, который бы приносил мне финансы. Соответственно, когда есть время, тогда записываю. А время есть не всегда, к сожалению. Но, как бы то ни было, погнали. Так. Нам нужно, получается, Форт Стража. Полетели? Итак, прибыли. Погнали к Женьке. Диксион Ивик. Древние свитки со мной. I'm sorry, my friend. I can no longer be of use. It's my fault. In my haste to read the first, I thought I'd be able to allay the after effects. But I was wrong. Blind? Yes, I'm afraid so. Ослеп, бедолага. No. It will have to run its course. And there's always the chance I may never... No, there is another way. The question is, I can't guarantee you'd be free from harm. Becoming blind could be the least of your worry. Scattered across Tamriel are secluded locations... Уединенные поляны предков. There's one in Sky... Performing the ritual of the ancestor moth within the glade should provide... It involves carefully removing the bark from a canticle tree. Once enough of the moths are following, they'll provide you with the second sight needed to decipher the scroll. In keeping with tradition, you must use a specific tool in the ancestor. Every moth priest is taught this ritual, but few ever get the chance to perform it. From what I saw in the vision, the Elder Scroll which foreshadows the defiance of the gods with the blood of mortals is the key to the prophecy. Mm-hmm. Такс, получили задание. Кстати, мы, походу, делали, у нас сейчас три свитка, да? У нас свиток Кровь, Дракон и Солнце. Ля, мы просто свитконосцы. Такс, надо поставить. Найти нож мотылька. Так, оказывается, я смогу поставить, который практически не нужен. Я на пути, мне предстоит узнать о тонкости ритуала. Так, надо узнать у него, где мы можем получить этот самый нож. А куда он делся? Слепой, ты куда пошел? Ох уж эти слепые вскоре. Итак, дамы и господа. Оказывается, нож жреца мотылька находится на поляне предков. То есть туда, куда нам и надо. Поэтому поляна у нас находится здесь. Неподалеку от Фолкрита. По Чапле. Are you all right? Yes, of course. I'm all right. All right. Так.
ends up being a wasted trip. Your friend Dexian and I are going to have some words when we get back. Придется поговорить по душам с Дексионом. А, ну нам сюда и надо, окей. Ну я вроде был уже в этой поляне. А, нет, не был, по ходу дела. Где-то должно быть огромное дерево, которое преграждало нам путь, но это не точно. Так. Нужно найти ножик. А, он прямо здесь находится, скобель. Срезать кору поющего дерева. Угу. Привлечь мотыльков предков. Такс. Пойдем искать кучки мотыльков. Вон наверху вижу, мотыльки есть. Так, она там что-то болтает, но нам все равно. Так, двух привлекли, у нас уже над нами аура появилась. Так, аура становится все более мощной. Так, еще один. Семь. Есть еще? Да, думаю, это то, чего мы ждали. Так, у меня, кстати, два свитка. Может быть, мы сразу два прочитаем, я не знаю. Сейчас мы сохранимся. Так, свитки. Дракон. Свиток дракона мы, наверное, только наверху сможем прочитать. Да. Здесь мы можем прочитать только свиток кровь. Ой, солнце. Так, не понял. Потихонечку вырисовывается карта. Он справа какой-то, этот, походу дела, обозначение лука. А, нет, а это маркер. Короче, что-то было. Are you okay? Almost thought I lost you there. You went as white as the snow. Я не могу пока двигаться, чтобы с тобой поговорить, все равно. Are you okay? Almost thought I lost you there. You went as white as the snow. Я не могу двигаться. О. Are you okay? Almost thought I lost you there. You... I never trusted those damn scrolls. Who knows what those things could have done to... What about Ariel's bow? Do you know where we can find it? Вечерняя пещера. Then, it's almost over. We... Where is this Darkfall cave? Then, let's get going. I want to get there before my father has a chance to track us down. Are you all right? That was a close one. I didn't expect to be jumped on like that. And good to know that cultists will always be the same. Could I read that note? Thanks.
I recall an old book about this cult in the castle's library. This Mirak, though. I've read some stories about him. He was supposed to be the first dragonborn. Про этого, про Мирака рассказывает. Я не помню такого диалога. This might be worth looking into. All right. I'm already knowledgeable in alchemy. Алхимия, магия, лёгкая броня и красноречие. For skills that I don't know that well. Блокирование, стрельба из лука, тяжелая броня. Archery. Then there's also heavy armor and wielding two-headed weapons. And just remember, they're more scared of you. Трейл? Откуда ты взялся? Люзер. Так, ладно, погнали тогда по миссии. Будем делать красиво, я надеюсь. Гаргуля. Ну, это лузерные противники, типа. Вы угораете, что ли? Какие-то бандиты будут. Трейлы. Слабаки. Это вообще безоружным был. Кодекс Малаката. Эбонитовая броня, фул комплект. Эбонитовая, дай катана. Говорю, против вампиров очень выгодно сражаться. С них супер топовые шмотки падают по ценам. Просто красота. Так, что там за кодекс Малаката? Понятно. Так, мы сейчас двигаемся выяснить, где находится лук. Где там Сирана? Застряла в двух камнях. В трех березок, как говорится. Wow. Just sensing your magical reserves. You truly are incredible. Видите, она мне комплименты говорит, типа, я невероятно сильный. А то. 700 маны, 700 маны почти. 500 хп у мага. Это просто космос. Так, это не тот талант, который нам нужен. Так, тут, походу, дело выход будет, но нам туда надо. Это орехалковая руда, если не ошибаюсь. Он такая себе, она не особо нужная мне. Так, я так понимаю, нам вниз. Полетели? Вообще будет супер красивая локация. Это изи. У меня вроде топовая защита от этого, от ядов. А, нет, смотри-ка, 36 всего лишь. Огню, огню, холоду, тьме. Тьме, вообще тьма, вообще мне никакого урона не наносит. Интересно, тьма это что за магия? Мне капец как не хватает этого самого. Стука третьего. Так, это Сирана подняла, окей. Ну хотя бы не жареную крысу, уже неплохо. Растет, растет.
очень много всяких этих. Сейчас наверх поднимемся. Посмотрим, что у нас здесь. Так, здесь... Так, это, наверное, на выход, да, подъем? Да, это на выход, скорее всего. Блять, напугал меня. Так, стоп, я заблудился. А, нет, все нормально. Так, куда идти, куда податься? Много развилок, но все ведут в одно место, поэтому... Такс. Это тролляка. Еще один. Так. Что еще здесь есть? Интересного. Опа, це. Гиллибор. Здравствуй. Ну, тебя, кстати, твой доспех не поменяли, к сожалению. На благую землю. Oriel, Oriel, Alkosh, Akatosh, so many different names for the sovereign of the Snow Elves. Akatosh. I prefer Snow Elf. The name Falmer usually holds a negative meaning to most travelers. Those twisted creatures you call Falmer, I call the Betrayed. Да. Of course, you're here for Oriel's bow. Why else would you be here? I can help you get it, but first, I must have your assistance. Какая помощь тебе нужна? I need you to kill Archcurate Vertha, my brother. The kinship between us is gone. I don't understand what he's become, but he's no longer the brother I once knew. It was the Betrayed. They did something. They swept into the Chantry without warning and began killing everyone without pause. The Chantry was a place of peaceful worship. I led a small group of paladins, but they slaughtered everyone and stormed the inner sanctum where I believe they could. He's a... But something's wrong. He never looks as though he's in pain or under duress. He just stands. Leaving the way shrines unguarded would be violating my sacred duty, and an assault on the Betrayed guarding the inner sanctum would only end with my death. Yes, let me show you. Да. Брательник. Был кем-то там захвачен и что-то там сделал. О, тут дырочка. Ладно. Показывай. Творим магию. Че, не работает, что ли? Колдуй. So, this is snow elf magic. Incredible. Снежные эльфы. This structure is known as a way shrine. They were used for meditation and for transport when the Chantry was a place of enlightenment. Prelates of these shrines were charged with teaching the mantras of Oriel to our initiates. What's that basin in the center signify? Once the initiate completed his mantras, he'd dip a ceremonial ewer in the basin at the way shrine center and proceed to the next way shrine. So, these initiates had to lug around a heavy pitcher of water. Marvelous. How long would they have to do that? Well, once the initiate's enlightenment was complete, he'd bring the ewer to the Chantry's inner sanctum. Pouring the contents of the ewer into the sacred basin of the sanctum would allow him to enter for an audience
with the Arch-Curate himself. All that just to end up dumping it out? Makes no sense to me. It's symbolic. I don't expect you to understand. So, let's get this straight. Давай мне кувшин с водой. We do all that nonsense to get into the temple, so we can kill your brother and claim Auriel's bow. I know how it all sounds. But if there was another way, I'd have done it long ago. Да ладно, ты трус. Get to my brother is by following in the initiate's footsteps and traveling from the first lay at the end of Darkfall Passage, a cavern that represents the absence. There are five total. Пять святилищ. Spread apart across the chantry. Caves? Oh no, the chantry encompasses far. But before I send you on your way, you'll need the initiate's view. Кувшин посвященного получили. Once you've located a way shrine, there'll be a spectral prelate. They will allow you to draw the waters from the shrine's basin, as if you've been enlightened. This may be the last time we're able to converse. Otherwise, all I can do now is grant you my hopes for a safe journey. Угу. Так, сейчас я не знаю, есть ли здесь что-то интересное. Меня интересует еще вот эта вот дырочка. Мы все-таки являемся профессионалами по всяким дырочкам, поэтому... Эксперт в дроведении. Ага, все, понял. Так, ну поехали. Так, надо сперва воду зачерпнуть, да? Или что? То есть, ну, так, окей. Поехали. That wasn't as unpleasant as I thought it would be. Kind of soothing, actually. I feel a little warmer now. Так, 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 так. Юзаем зелье ночного видения. У вас нет шансов. Ох, мы сейчас на фаунера кто-то опять наберем. Шматья. Это будет величайшее луталово во вселенной. Стараемся облутывать их до того, как они упадут. Так. Ага, просто это типа обход ловушки. Окей. Яички. Ой, сколько здесь целей. Главное, чтобы в следующей локации не было столько целей, потому что будет все лагать, как и в Каирне. Чтобы два раза не ходить. Туда мы еще дойдем. Лутаемся не по-детски. Так, а тут какой-то... Угу. Тут дырочка есть. И туда есть проход.
Опасные, опасные ловушки. В принципе, с моим сопротивлением, с моими статами, типа, уже... Типа, Фалмера не представляет никакой угрозы. Хотя, казалось бы, маг, блин. Так, кто вы там? Ну, недалеко. Так, так. Лутер-шутер. Так. Что? Сегодня как-то горло сбоит. Фалмер маговоин. Перед тем, как сюда топать, я прям фул вычистился. То есть у меня инвентарь пустой был. Тут же ничего нету такого интересного. Нет? Но все равно, конечно, слабая. Так, у нас есть парочку дырочек. Oh no. Oh no. Так, нет. Уйди, уйди отсюда. Ничего нету. И тут опусто. А зачем вы тогда меня сюда вели? Спрашивается. Ладно, пойдем дальше. У нас уже 1600 веса, мы даже еще... Ну, типа прям... Мало-мало всего сделали. Эльфийский меч. Full chains and traps. Be careful here. Whatever's on the other side of this, the Falmer wanted to keep there. Ой, как страшно, ой, как страшно, ой, как страшно. Ох ты. Саблезуб. А эти штуки вроде взрываются, да? Так. Это же камень. Добыча, нет? Нет. Вот тут что там? А это... Нет. Ты зачем оленя убил, дура? Ты же вампир, кровожадная мадама. Если я не ошибаюсь, если модом здесь ничего не добавлено, то в этой локации нет всяких этих разных прибамбасов. Ну, типа, секреток, там, всяких этих сундуков и прочего. Да, вы, кстати, можете видеть, что я и деньги все выложил. То есть, чтобы наглядно было видно, у меня было на начало видоса, у меня было 200, ой, ну, 200 монеток. Прилад Сиданиис. Then behold Ariel's gift, my child.
May it light your path as you seek tranquility within the inner sanctum. Sanctum Imperialis. Пойдем. Один из пяти. Забытая долина. Полетели. Так, вроде FPS нормальный, но при этом что-то как-то все дергается. Так, мы оттуда поднялись. Окей. Блин, дождаться бы дня. Но здесь... Ой, противников очень много на карте. Потому что у меня прям проседает этот FPS. Я не вижу, куда стрелять. Так, с них падает что-нибудь интересное? И у них, кстати, стрелы Ауриеля. С них вообще ничего не падает? Да вы что, угораете? Это нечестно по отношению ко мне. А может и падает, там вон какой-то чертяка еще остался. Так, сейчас вот мы на нем и посмотрим, есть ли что-нибудь. А, ну это просто фалмер. Ля, блин, утра бы дождаться. Давайте утра дождемся. Нет, туман. Давайте красивую погоду дождемся. Пофиг на опыт, то что этот бонусный. Так, или мы можем здесь где-то поспать спокойно в этом. Так, там кто-то спит. Так. Да слышал, слышал, там вон борьба идет. Так, магическая броня действует. А вот сопротивление. Ладно, погнали их расчищать. Да, с них ничего не падает. Так, там была пещера. Погнали в пещеру. Так, локация большая. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Не то чтобы большая, она огромная. Так, один, два, три. Три святилища. А, так, стоп. Четыре. Раз, два, три. 4.
Но я хочу сперва в пещеру заглянуть. Нам нужно фон мирочка понагибать, чтобы забытая какая-то там пещера. Я помню, как это меня криповые эти крокусы бесили. Корусы, крокусы. Так, ага, тут подняться. Так, тут у нас будет то ли вход, то ли выход. Скорее всего, выход. А идти нам надо куда? Так, я чего-то не понимаю. Или здесь будет выход с какой-то локации? Если здесь нет входа, значит здесь будет выход. Да, скорее всего здесь будет выход, поэтому погнали, не будем тратить время. Тут же вроде эти самые парагоны, да, если не ошибаюсь. Всяко разные. Вроде в этой локации. Эти FPS, конечно, обещает долго жить. Я понимаю, типа сочная, ну, типа красочная локация, но мне кажется, это самое. Перемудрили. Так, ну, локация огромная. Давайте я буду добираться до точек и уже, ну, типа, показывать что-то да как там. Соответственно, хотя, блин, что там показывать. Наверное, будем скопление противников, какие-то локации, где будет скопление противников, буду подрубать, показывать. Ну, либо какие-то прикольные предметы, ну, чему-то типа такого. А то так, ну, типа, надолго затянется. Я буду смаковать эту локацию. Хочу полностью здесь все обобрать, все, что можно собрать. Forgotten Vale Forest. Интересная локация. Так, ну ладно, все, пошел. Так, ну вот у нас следующее святилище. Если побегал, руду пособирал, всякой такой дичью позанимался. Are you prepared to honor the mantras of Ariel? Да, давай. Then behold Ariel's gift, my child. May it speed your journey to the inner sanctum. Колдуй. Наполняем. Так, тут пещера появилась. Вечерний проход, ну-ка. Я же могу назад вернуться? Да, стопы, это та локация, откуда мы пришли, точно. А, у нас же будут порталы потом открываться постоянно. Так, забытая долина. Святилище зрения, наверное, нам надо. Точно, оно же будет постоянно открываться. То есть этот портал нас будет вести назад. Так, в общем, погнали дальше. Итак, третье святилище. Давай, наливай. Так, третье святилище, и у нас... Так, можешь поплавать, посмотреть что-нибудь. А, вон, я вижу сундук отсюда. Мы сейчас туда нырнем. И рванем туда, там какой-то есть водопад. И я туда прям хочу спуститься. Так, открылась еще одна локация. Сейчас мы сперва сюда. Против течения плывем. Все. Залутали. У них, походу, дело... Ну ты что здесь? Иди сюда. Ладно, понял. Понял, принял. Полетели. Вечерняя пещера.
Бульк. Так, обмазываемся. Тут дикие фаунеры. У них доспехов нету, к сожалению. Это не есть хорошо. Что с вас тогда? Уши только сдирать. А нет, тут топор есть у кого-то. Так. У меня какая-то бойня была, что-то и как-то этот. Я вроде столько не убил. Четырех только завалил, тут он. Куча просто их. Между усопчик это. Между собой какой-то был у них. Так. Так, хомячья душа говорит, что нам туда. Но пока я хочу посмотреть, что там наверх. У нас там была возможность наверх подняться. Вроде бы. Да, вот видите этот, светяшка. Так, какой-то том здесь. Вызов грязевого краба. Да. Но предметы 4 левела. Типа это прям найс. Ну да, у нас все, больше вариантов нет. Полетели тогда вниз туда. Дальше по течению. Интересно, а есть разница, влево я или вправо этот? Нет, нет разницы. Течет у нас река. О, течет у нас река, да, течет река. Так, очередная какая-то пещерка. Так, а где это? Понятно, мы потерялись рано. Жалко этого добряка. Да. Но надеюсь, на каком-нибудь прогрузке она появится. Так, вот там вроде подъем есть. Ну, либо придется пользоваться консолькой, чтобы вернуть ее. Так, ага, мы вернулись в стартовую локацию. Угу, окей. Так, нахожусь я сейчас вот здесь. И, по ходу дела, здесь будет первый парагон. Но это не точно. Да, аметистовый парагон. Древний снежный хорьб изготовлен необходим для открытия портала в грот темного ущелья. Отлично. Первый парагончик есть. Походу дела у этих великанов они всех. То есть первым мы нашли здесь. Давай, погнали дальше. Так, следующий парагон находится вот здесь. Но я этого великана не убивал. Судя по количеству стрел, которые здесь валяются, их завалили фалмеры-призраки. Ну, его. Здесь у нас находится сапфировый парагон, стоит аж 10 тысяч. Внутреннее святилище открывает проход. Вот он. Из-за этого момента я подключился. О, их два? Это отлично. Так, призрака фалмера загасили? Нет. Ну где вы, мистер Дракена? Минус один дракен. Где-то еще второй вроде летает. Новый уровень. 2000 опыта дали за него, 2010. Погоди, а было два дракона.
тот дракон не хочет получать людей. Давай душу его забирай. А чё, душу не? Наверное, может из-за того, что бой идет, типа. Дракон спрятался, у него хвост торчит. Это какой-то именной дракон. Васларум. А тот был именным, нет? Блин, а почему с них не сдирается ничего? Ну, по идее, во время боя тоже должно сдираться, типа, не имеет никакого значения. Странно. Так. Забавно. Итак, это у нас какой уже? Третий, наверное, или четвертый? Третий вроде, да? Давай, да, я хочу набрать. Укрепит. Лутецкий как-то очень медленно идет. Все потому, что с призраков, к сожалению, нифига не падает. Но призраков здесь очень много. Так, 4 из 5. Нам осталось еще, получается, набрать вот здесь. И все. Но я хочу вот сейчас здесь вот так вот пройтись. Тут какая-то пещера есть. Я туда хочу завалиться. С них ничего, даже эктоплазма не падает. Погнали, сейчас здесь будут фаунеры, так что... Это хоть что-то интересное. А то показывают только, как я воду набираю. Геймплей водоносца. Так, здесь вроде прогон должен быть, нет? Или не здесь? Дальше, наверное, где-то. Фаумер. Да, блин, дура. Повезло, что типа я спрятал оружие, она типа это успокоилась. Это, конечно, бесячая тема, почему их нельзя было, ну, типа, не дать им инвульку. Типа стопроцентную. Где-то, мне кажется, в горах должен быть парагон. Но где вот именно, я не помню. Так, тут еще одна пещера. Так, ну ладно, я же говорю, мы профессионалы по пещеркам, поэтому полезли. Пещера крутой скат. Так, за мной? За мной. Weapons.
Люблю фаунеров. Я в прошлом прохождении, когда мы чистили этот, ну, подземелье, где-то на 60 тысяч только чистой брони продал. Фаумерской. Ну, прошлая серия прям была супер, ну, по окупаемости. Надеюсь, это будет не хуже. Так. Есть ли здесь что-то еще интересное? Так. Тут предметы хорошие падают, прям очень хорошие. Так. Топаем далее. А, блин, это просто сквозная, да, получается, как этот. Из одной, в одной точке вы зашли, в другой вышли. Блин. Сидит, блин. Так. Ну, мне кажется... А что мне кажется? Мне кажется, надо дальше идти вот так вот, поэтому... Понизу где-то дальше поднимемся. Сто опыта. Война войной, а деньга сама себя не заработает. Орехалковая руда. Так, а как нам наверх подняться? Вот в чем вопрос. Выпустите ироды. Так, попытка номер 2. Так, туда нам нельзя. Где-то вот в таком типа ответвлении поднимаешься наверх, и там должен быть типа этот кусочек парагона. Так, ага, вот оно, то самое место. Так, там у нас ничего нету, просто какие-то фаунерские приблуды стоят. Раздели какого-то фаунера дистанционно. Что у нас здесь есть? И ичка. Сундучок. Вот он, парагон. А где парагон? Стоп, у него ж парагон должен быть. А, да, изумрудный парагон вот появился. Так, 15 тысяч, отлично. Так, надо их выделить. А, ну я их, в принципе, все равно не сломаю. Типа, их пока некуда мне там пихать. Так, что у нас здесь есть? Какой-то скелет. Так, тут у нас пусто. Погнали дальше. Наши, конечно же, отстали, но типа насрать на них. Стой!
Какой-то ублюдок взял, улетел. Ой, просто вообще Лутецкий прям мое почтение. Всякие книжки, дорогие приблуды, камушки там всякие. Ух. Так. Шкуры, это ладно, так. Мы оттуда пришли. Туда нам не надо, да? Там же ничего нету, чтобы туда идти. Значит, идем наверх. Так, а тут что-то вон лежит. Три гранаты. Череп тролля. Так, теперь вон сюда. Просто какой-то лабиринтиан. Сапожки. Ну так, чисто. Бедненько, бедненько. Так, дальше там у нас ничего нету. А, нет, есть. Смотри-ка. Ну тут такое себе, брать даже ничего не хочу. Надо сохраняться почаще. Так, а что у нас там? Какой-то домик на отшибе. Опа, неизвестная книга. Это уже, блин, вторая неизвестная книга, но первую я почему-то не смог поднять. Я пытался ее фаерболом типа подкинуть. Я соберу их, я типа помню, где она была. Она была у нас где-то вот здесь она лежала, возле ящика. Если это что-то важное, я ее обязательно соберу. Мне кажется, это важно. Капец, там сколько руды. Ну ладно. Этот хомяк во мне просто сидит такой: да что ты делаешь? Вернись, блин, блин. Там, говорит, там целых 500 септимов. Дурак. Ну, с них предметы 5 левела падают. Они, ну, типа, довольно дорогие. 7 септимов. Перехвалил. Так, и тут довольно, вроде как, если не ошибаюсь, очень большая пещера. Должна быть. Ледяная расщелина. Так, а вы где, мои миньоны? Как обычно. Потеряшка, блин. Ладно, потом я просто консольной командой верну. Там вон фалмеры с этим, с тролляка дерутся. Это моя экспа. Так, а ну-ка в воду не падать. Ишь ты. Уплыть от меня захотели. Так, от края отошел, чтобы я потом с тобой не плавал. Давай сюда. Чтоб я тебя на лету поймал сразу и обобрал. Вот так вот.
Что у нас по весу уже? 3500, нормально. Так, что мы снизу у нас там есть интересного? Там, наверное, проход в ту пещеру под водой. Вот то, что вы здесь так вот столпились, это не очень хорошо. Ну, главное, с тебя посох собрать, он дороже, чем всякая там шляпа с крокуса. С коруса или такое там. Правильно. Так, ну это, по идее, не должен упасть. Блять, упал. А, ну с него топор остался. Красота, просто хомяк внутри меня ликует, говорит. Наконец-то, наконец-то нормальные бабки. Поднимем. Так, вот ты куда спустился? Ты сейчас упадешь, дебил. Вот как мне потом тебя облутывать? О, блядь, полудурок. Улетели бабки. Он еще и подох. Ох уж эти фалмеры. Ловушка. Так. Ну куда вы все лезете? Отходи, 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 отходи. Подходи, вот сюда подходи. Так, что у нас здесь? Хочу здесь зачистить, потом дальше пойдем. Ну, здесь не очень богато, но пойдет. А ты кто такой? А тебя я уже обыскивал. Так, вот если я дурак сюда упал, я же смогу здесь подняться, да? Так, я заблудился. Слишком много проходов. А, это если бы я наверху упал. Дружок, меня сама судьба с тобой свела. Это тот самый, который наверху свалился вниз, лучник, и помер. Так, может лучше скорость наколдовать вместо этого? Вместо стамины. О, этого защиты. Так, нам вроде сюда. Нет, я отсюда пришел, значит нам туда. Камешков сколько, просто капец. Это все выход, что ли? А... Давай, иди сюда. Все, можешь катиться куда хочешь. Так.
Тут ничего, значит идем туда. Вернулись. А куда мы вернулись? Пока еще непонятно. Просто чуйка меня сюда вела. Здесь какие-то... О, здесь еще один парагон. Где они взялись, опять зарубили этого великана, который с парагоном был. Гады, блядь. Бриллиантовый парагон. 20 тысяч. Просто продав парагоны, можно не кисло так обогатиться. Но мы этого делать не будем, потому что это часть корабля. То есть это из другой серии. Это часть хомяка. Так, хочу здесь подняться. Здесь по-любому что-то должно быть. Так, руда. Руда. Ну ладно. Руда не столь этот. Больше мороки, больше времени тратим на руду. В плане, пока ее вырубишь, там то все. Проще убить пару этих фаунеров. Где-то противник. Так, ну мне здесь по-любому это не пройти. Нас сейчас эти вроде по сюжетке ведут, поэтому. Они уже тут все ловушки собрали. Ой, подлагивать стало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой, как лагает. Да противника вроде немного, почему так лагает-то? Ой, противников здесь много, блин, капец как лагает. Бля, жесть. Ну, сейчас почище, полегче станет. Да вроде немного противников, почему лагает-то? Странно. Ладно, сохранюсь. Ртутная руда. Так, ну-ка. Сейчас попробую исправить. Ни хрена. Так, ладно, пофиг. Может, из-за огромного количества вот таких вот, типа... Хай текстур типа подлагивает. Может же из такого быть? Вон тут этих домик. А, не, вон, смотрите, там сколько противников. Я понял, почему подлагивает. Вон на карте, смотрите. Это в этом замке. Но мы же до замка еще даже не дошли. Oh!
О, они вроде отагрились, и FPS чуть получше стал. Да. Ну, конечно, местами прям борщанули с врагами, типа, в том плане, что сложности-то никакой нету, но сложности испытывает компудактор. Хотя, блин, как сложности нет? Типа, для лучника, да, наверное, нету, типа, для остальных, наверное, есть. Так, наверху я не везде побывал. Я хочу там все побрать. Так, я же отсюда пришел, да? Да. Дыхачка. О, оно прям светится, типа, как уникальный этот сундук, видите, типа, синенькими прожилками. Так, у нас здесь что из ценного? Посох духа волка. Ну и все. Он здесь уже кольца, типа, 6-го левела падают. Типа красота. Ничего. Хорошего. Бедолага. Полетел, спустился вниз, хотел на меня напасть, а в итоге попал под это. Так. Это я куда пришел? А, сюда. Мне, значит, сюда и надо было. Отлично. А, вот он сам, этот дворец. Давай, наливай. Все, открывай ворота. Опасность ликвидирована. Медовый сот, я думал, это какой-то свиток. Так, тут по-любому должна быть либо книжка, либо что-то вот такое прям супер важное. Зелье на магию, на ману. И все. Так, все, мы, в принципе, получили доступ в святилище. Но. Это, конечно, замечательно, но я хочу, типа, дочистить этот регион. Я много где еще здесь не был, поэтому я хочу сейчас побегать здесь и, ну, всякой фигней позаниматься. Поэтому сейчас я пока побегаю. Кстати, по парагонам. Ну-ка. Так, парагон. Так. Так, просто проще по цене их отсортировать. Они будут в самом верху. Вот. У меня есть заполненный словарь. Так, аметистовый, сапфировый, изумрудный, бриллиантовый. Вроде еще есть какой-то. Давайте я пока побегаю здесь, поищу. Скорее всего, еще один есть. Я еще здесь много где не был. Ну, может, какие-то нычки не обыскал. Интересно, кстати, вот как в этот лес попасть, надо будет сейчас посмотреть. Может, как-то можно. Forgotten Vale Forest. Все, убежал. Так, ничего интересного не нашел. Ну как, сейчас отобьюсь, расскажу, что я нашел. Просто экспа миллионами. Фарм бесконечности.
Вот из-за этих ублюдков у меня боговалось все. Тут очень много. Погоди, это что, звезда Азура или что это? Так, здесь у нас вроде бы ничего нету во внутреннем дворе. Так, по поводу книжек. Одну книжку я нашел где-то вот здесь. Здесь же подъем вот такой идет. И где-то вот здесь я нашел посмотрю, третью книгу. И вернулся в начало. Получилось поднять книгу вот здесь. То есть сейчас у меня на данный момент три книги. Я не помню, что они дают. Но у меня первая, третья, четвертая. Три книги. Плюс 4 парагона. Всего 5 парагонов, а книг 4. По карте там, короче, где-то книга находится здесь на балконе. И, походу, где-то в самом зале находится 5-й парагон. Поэтому надо все внимательно изучать, смотреть. И обязательно не пропустить то самое дело. Бля, я думал, с него броню можно снять. Ну, какой-то этот подгон для хомяка. Но нет. Потекла водичка, потекла, потекла. Затекла. Ля магия. Зеленой стрелочкой идти можно. Внутреннее святилище. Так, он мне хочет отдать зелье сопротивления чему-то. Так, вот здесь по-любому надо все залутать. Кто из вас еще желает встать? Так, она скелет подняла. Дурында. Так, с... Угу. Это вроде одна из головоломок, что-то типа вроде как. А вот он, походу, сделал последний парагон. Блин, за него 75 дали. Рубиновый парагон с него выпадает. Последний, 5-й, отлично. Фулл коллекция. Так. Ага. Сейчас мы, знаете, как сделаем? Попробуем, по крайней мере. Да, мы успеваем, в принципе, нормально. О, погоди, а как мы отсюда выйдем? Немножко не подумал. Надеюсь, разработчиками было придумано. А, тут... Иди сюда, дура. Все. Да, тут же тоже изнутри постамент есть, вот он. Так, у нас 5 парагонов, отлично. Так, на скелета твоего пофигу. А, ну он даже успел выйти. Так. Ты выглядишь так, как будто мне посох хочешь отдать. Свиток, железная плоть. Книжка. Статический купол. Вызов огненного Атронаха. Этим хомякам тоже не нравится, что я у них всякие предметы забираю. Так. Посох ледяного копья.
156 опыта дают, эти нормально так насыпают. Так, вроде все. Вроде в этой локации, ну, вот такая типа небольшая дичка еще осталась. Ну-ка такие. Идите нахер, я вас назвал. Тоже противник? А где Сирана? Вон. Все, пойдем. Так, высшее лечение. Изумруды, аметисты. Так, так, так. Что-то еще здесь есть? Интерестинг какой-нибудь. Нет, походу дела здесь ничего нет. Так, а здесь у нас развилочка. Угу. Спасибо разработчикам, что, ну, типа, или кто-то мододелы, что не заставляет меня бегать впустую. Ну, типа, я люблю исследовать локации все, прям, от А до Я. И когда меня этим, типа, ну, награждают меня всяким лутом, допустим, там даже и небольшим кусочком, это всегда приятно, нежели просто порожняком бегать. Ну, понятное дело, не в каждый угол стоит пихать лут, чтобы, ну, не было дички всякой. Здорово, ублюдок. Did you really come here expecting to claim Ariel's bow? Да, я надеюсь завладеть луком. Exactly as I predicted, and brought your fetching companion to me. Wait, is he talking about me? А-а-а. Он тоже типа хочет этот. Он вампир, что ли? Да, только оттягивайте свою смерть. Да-да-да, пафосный ублюдок. Да, у тебя все... Фиг да нифига. Да. Давай уже выходи, пёс. Давай, выходи. Бля, мощный тип вообще. Но мы его сейчас нагнем. Are you all right? Come on, we can do this. He's up there, on the balcony. Come on. Нормально тут так этот. А где книжка? Мне главное, чтобы книжку потом мне этот не выкинуть случайно. Наверное, там и будет. Give us the bow. How dare you? I was the arch curate of Ariel, girl. I had the ears of a god. Until the betrayed corrupted you. Yes, yes, we've heard this sad story. Gelibor and his kind are easily manipulated fools. Look into my eyes, Serana. You tell me what I am. You're... Да, он вампир. But Ariel should have protected you.
The moment I was infected by one of my own initiates, Ariel turned his back on me. Ауриэль отвернулся от него. I'd have my revenge, no matter what the cost. You want to take revenge on a god? Ariel himself may have been beyond my reach, but his influence on our world wasn't. Поднасрать теперь хочет Ауриэль за то, что он его не защитил от вампиризма. The blood of a vampire, Ariel's bow. It was you? You created that prophecy? A prophecy that lacked a single final ingredient. The blood of не хватает крови дочери холодной гавани. You were waiting all this time for someone with my blood. Для какая девочка? Well, too bad for you. I intend on keeping it. Let's see if your blood has any power to it. Так, давай сюда иди, чтобы мы там ничего не этот не улетело у нас там. Где ты, пес? Ты где? Так, и что же с него падает? Неплохо. А, викарий Виртур. Доспех. Корона. Урон от ручного оружия на 30%. Нормально. Ну, типа, для какого-нибудь лучника было бы вообще неплохо. Ну, это магия, это подло его. Так, все, сохраняемся. So the deed has been done. The restoration of this way shrine means that Vertha must be dead, and the betrayed no longer have control of... What? What are you talking about? A vampire. I see. That would explain much. Да, к сожалению, он был вампиром. Brings me joy that the betrayed weren't to blame for what happened here. Because that means there's still hope that they might one day shed their hatred and learn to... It's been a long time since I felt that way, and it's been long overdue. You risked everything to get Auriel's bow. I can't think of a more deserving. If you wish to learn more about the bow or obtain sun-hallowed arrows for it, I'd be more than happy to help. You've but to ask. Ля. Лук Ауриэля. А, он, смотрите, вообще каким-то отдельным цветом выделен, типа супер-пупер мистический элитный лук. 10 тысяч стоит. Нежить получает 150 единиц доп. Урона. Наносит 75 единиц солнечного. А стрелы, ну-ка. Стрелы, стрела, стрела. А, ну просто это обычные стрелы, типа такие. Так, погоди. Было написано, что где-то на балконе книжка. Я же не мог ее пропустить. Царь во дворца, царь во дворца. Not as shiny as I was expecting. Still, it's beautiful. Где книжка? Она же не могла улететь. Так, а как вон туда попасть? Ну, в принципе, я прямо здесь могу сигануть с балкона и, думаю, дотянусь. А вон она, я вижу отсюда книжку. Вон там вот прямо передо мной дерево. Между двумя деревьями там сундук и этот. Книжка лежит. А как туда попасть? Легально. Хм-хм.
Ну ладно, я туда обязательно сейчас попаду. А по где это, на карте отмечено, что ли? Нет, там ничего не отмечено. Ну ладно. Давайте поговорим с Сираной. It's not... Still, it's... Да, он вообще офигенен. I think we both... If we don't, he'll keep chasing us for the rest of our lives. Have you been paying attention? It's obvious my... No. This has to end here, and... If we head back to the castle and kick in the front door, let's head back to Isran, and we'll let him see what we've got first. I'm betting he'll lend us a sword or two. Так, я сейчас до туда доберусь, и покажу вам. Посмотрим, что дают вообще все эти книги. Итак, друзья мои, подводим итоги. Добыть нами лук Ауреля, в принципе, ради него все это и затевалось. Также добыто викарий Виртур, это комплект доспехов, уклонение. Мое мнение, он бы идеально подошел к какому-нибудь лучнику. Ну, типа, опять-таки же, условно идеально, потому что, допустим... А что он дает при полном уклонении до нуля? Возможно, да, типа, как с, на уклонениях строить билд, возможно, тогда он, типа, пойдет. Но для лучника, типа, можно собрать и более прикольную экипу, поэтому довольно спорная экипировка. Ну, здесь, в принципе, все сеты довольно спорные. Если ты, как и в жизни, типа, чуть-чуть маг, чуть-чуть воин, чуть-чуть лучник, чуть-чуть вор, чуть-чуть скрытый, скрытность, то ты никто. Ну, типа, ты максимально упарываешься сперва в один навык, максимально его разгоняешь, и только в этом случае ты получаешь, да, какой-то профит. Здесь же получается, что он вроде и на лучника, вроде и на мечника, и при этом здоровье повышает, запас сил, магию, но при этом, допустим, если играть через скрытность, намного более важно это урон от оружия. А на эти 4 шмотки можно накалибровать по 25% к урону. То есть суммарно мы получим 100%. Не один. Здесь всего лишь 30. Типа, ну... такое себе. То есть получается, что... ну, чисто для коллекции, короче. Также я себе решил какую-то бонитовую пластичную броню закинуть тоже в коллекцию. Не помню, вроде в оригинале такой не было. Выглядит она, конечно, не очень. Ну, типа, прикольно, но... почему-то талия супер огромная. Ну, типа... супер огромная талия, и это мне не нравится. Ну, ой, не талия, а бедра. Типа талия нормально, да, так тоненько, все прикольно. Наплечник, все красиво вверх. Не хватает, допустим, чего-то поднятого вверх, типа этого, ну, какого-нибудь... шейный отдел, чтобы был более защищен. Ну, типа это среднее на уклонение, поэтому... такое себе. Также, что еще? В принципе, и все. По книгам я узнал. Книги, вот эти 4 книги надо отнести к этому библиотекарю в Винтерхолд. И он там их переведет и даст нам копии. И, в принципе, на этом все. Да, и по деньгам. За сегодняшнюю серию мы набрали 92 тысячи. Как вам такое? Ну, понятное дело, что я как дурной просто... каждую дырку залазил, чтобы вытащить хотя просто один камушек. Навряд ли у вас получится так же, если вы не такой же хомяк. Поэтому есть чему стремиться. А на сегодня все. Всем огромное спасибо за внимание. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.